Всем привет! Выходные совсем близко. Как их насыщенно и интересно провести в Самаре, расскажу прямо сейчас. Поехали! Уютный дворик-курорт в самом сердце Самары, музей Модерна, после долгого перерыва приглашает горожан атмосферно провести вечер пятницы. Настроение самарских закатов в песне расскажет дуэт «Поттерс». Настоящие городские романтики, что бы ни происходило вокруг, они продолжают петь о любви, и в их песнях оживают роковые красотки и элегантные джентльмены. В их репертуаре, как вы уже успели догадаться, старый добрый джаз. Начало в 8 вечера. Вечер памяти Владимира Высоцкого в эту пятницу в 8 вечера на Галактионовской, 46. Организаторы обещают, будет ярко и душевно. Мурашки по коже гарантированы всем слушателям. В музее Модерна открылась новая выставка «Хлеб». На рубеже 19-20 веков Самарскую губернию называли «житницей России». В Российской империи она занимала первое место по количеству собираемой пшеницы. Территория Старой Самары до сих пор хранит в себе следы гигантской хлебной инфраструктуры, которая возникла благодаря движению зерна. Именно развитие хлебной торговли превратило Самару в богатый купеческий город. Сам музей открылся в одном из особняков, который когда-то принадлежал хлеботорговцу. Это выставка о пути зерна, о том, как дореволюционная Самара жила хлебом. В субботу на Губанова 20А всех ждут на мастер-класс арт-терапии «Лепки из глины». В планах строительство домика желаний своими руками. На этом все. Всего вам доброго, отличных выходных. До встречи!